Нет, скоро ни у кого не будет. Была бы бутылка, пожалуйста. Вот. Доскалы, я с тобой на конверсирую. Да, хорошо. Ну ты закрыл? На что? Кредиты. На что? А у меня одновременно заканчивается контракт. Ну поздравляю. И буквально. Да. Водка это совсем не рыба. Принципиально. Когда наша планета не обитает? Есть вариант? Ну, по крайней мере, тогда, когда наше солнце превратится в красный гигант. На этот счет мне понравилось. Мне нравится. Не помню. Почему? Планет не будет. Нет, планета будет. Просто наша звезда сбросит оболочки. Они дойдут до планеты. Камень-то будет. Они сожгут на к свиньям, в общем, все, что на ее поверхности. Останется. А камень останется, да. Немножко. Да, более того, даже под землей в этом камне, может быть, будут какие-нибудь бактерии. Так что жизнь, возможно, на планете Земля еще останется. А мне понравился научный труд. Я один читал научный труд. Про возможные сценарии конца. Ну. Научный сценарий. Ну да. Вот. И мне понравился эпиграф. Ну, понятно, что человек, всякий ученый, он был увлечен и немножко потонул лишнего. Как это часто бывает. Эпиграф был откуда? Нет, эпиграф, в смысле, это его собственная мысль. Не эпиграф, а я неправильно выразился. Некое слово в предыстории. Было сказано следующее. Мне кажется, салон, что все, кто родился сейчас, больше шансов погибнуть в глобальной катастрофе, чем отправиться. Ну понятно, с ним все ясно. Реально кофе. Еще скажи, тут надо молоток. Молоток. Ну, это тебя интересует. Ну, а передай же, нет? Почему? Может, тебя тоже интересует. Ну, да, мне кофе очень нравится. Согласен. Сейчас только видео сниму. Он потом дает. Барби будет. Черный грамм. Нифига не черный. Я даже свою рожу вижу. Твою рожу вижу. Дивную вижу. Твою вижу. На картине. На картине мы тоже можно рисовать. Это немножко напоминает Биошок. Ну, может, кстати, я буду... Первый. Может, он правильный. Да. Я согласен. Вот, я согласен. Но музыка, музыка другая. Так, ты же копать, колотить, как все красиво. Ну хоть это не гимн, смотри, что прежде чем убедить человека, с которым вы общаетесь реально или виртуально, допустим, посредством сетей, ЦРУ, известного. Задайте себе вопрос. Начали первый вопрос такой. Какова вероятность того, что я переубежу своего собеседника? Так. Задайте себе вопрос. Допустим, вы на него ответили.
Представьте себе мысленно это исчезающее малое число. Представьте себе, что этот шанс у вас жирным образом реализовался. И вы переубедили собеседника. Да. Я этого могу. Но ваша точка зрения стала его точкой зрения, каким-то вашим новым. Желайте себе второго. Вы после того, как убедили своего собеседника, стали богаче, да. Стали умнее, конечно. Стали здоровее, стали физически крепче, стали моложе. Вот. Нахуй вам это надо? Однозначно нахуй. Поэтому прежде чем заводить спор, подумай, если ты убедишь своего собеседника, с которым ты споришь, в том, что он не прав, не мудак, а ты молодец, ты от этого станешь богаче. Вот. Именно я поэтому я в последнее время избегаю споров в интернете. Ну, конечно. Поэтому, прежде чем затеять спор, подумай, что тебе с ним будет. Да. Я поэтому споров уже давно не затеваю, потому что зачем мне тратить свои физические... А вот это уже... Пятая гитара. Нет, четвертая. Дикая серия гитара. Сколько она дарила нам? Welcome to the jungle. Это панки. Это какая-то парнишка панк, вот такая есть. Ну ладно. Я помню, я когда пришел в Петербург, будучи живя в Ломоносове, пришел в Петербург и говорю, дайте мне группу Ху. А те не поняли, папа, что ты на хуй? Что? Ху. Тут они дошли, сказали, хуй, а ху. Они так порылись, дошли. А там еще все написано по-другому, да? А там вылетели кассеты, наверное, 90 минут. Сторона А, сторона Б, сторона 1. Они, один я помню, что сторона Б буквально. Вот, помню, я была. И там была тема. Блять, это чистый биошок. Нет, вот мне это звучит. Первый. Я да, это видео. А. Ага, да-да-да, я все внимательно снимаю. Слушай, красиво. Конечно, это бред, но как красиво.